потому что двойной праздник, потому что орг-менеджер клуба Арайка Катана сегодня день рождения. Отношений в семье, хороших отношений с друзьями. Всех тебе благ, всех свершений. Спасибо тебе. Thank you.
нас сегодня играют замечательные музыканты Дмитрий Лудин, клавишный. Антон Закупаев, флейта, саксофонные и прочие дудки. Вартан Бабаян, перкуссия, Петр Левшин, барабан. Меня зовут Антон Гарпунов. Thank you.
Еще раз я вам хочу напомнить, что сегодня играют для вас одни из лучших музыкантов не только, наверное, этого города, это нашего государства замечательного. Итак, Антон Залетаев. Дмитрий Лугдин. Антон Баян, перкуссия.
Петр Ильшин, барабан. Сейчас как раз прозвучит одна из мелодий, которая относится, наверное, к фолклорной музыке, она так называется просто фольк. Thank you.
церковное творчество тоже присутствует в нашей игре. Сейчас прозвучит баллада, которая посвящена всем феям. Ну, кто в зале феи себя чувствует, значит, эта песня будет про них. Thank you.
Я думаю, что у вас тоже получается вместе с нами. Следующий образ глубоко противоположен тому, что мы сейчас сыграли. Кто помнит прекрасные дореволюционные годы, когда хмурый пьяный дворник дядя Никифор с метлой наперевес, с большими рыжими усами метет двор в 7 утра. Ему нехорошо, он вчера выпил лишнего. Вот представьте себе теперь вот такой образ. И следующая пьеса посвящена вот такому вот русскому дворнику. Называется «Дворник». Thank you.
Спасибо. Вот, еще что-нибудь мы вам сыграем. А, пьесу, которую мы, в принципе, по-моему, ни разу не играли. Один раз пытались, но такая премьера практически. Чем давно ассоциируется с полетом чайки. И вот она была написана под влиянием такого никому неизвестного композитора и автора Чика Карьера.
Булдин, Вартан Бабаян, Петр Ильшин. Меня зовут Антон Горбунов. Спасибо за внимание, первый сет. Мы к вам вернемся через здесь. Thank you.
Спасибо. Эта пьеса называется «Господь за линией горизонта». Вот, сейчас чуть-чуть сыграет такое совсем жизнерадостное. Вот, например, такая пьеса «Жили-были» есть еще у нас. Thank you.
Thank you.
американское вот это дело. Получается так. И еще раз мы поздравляем нашего дорогого Араика с днем рождения и дарим ему солнечную песню, которая называется... Араик любит эту мелодию, поэтому мы ему ее посвящаем. Thank you.
Вартан Бабаян перкуссия. Петр Ившин. Попробуем исправить на барабанах. Антон Заритаев, саксофонный флейта. Дмитрий Логин, клавишные инструменты.
И мы возникали на дом Горбунов. Спасибо. Еще одна песня, которую любит Райка, как это? Вот для тебя папа пора. Thank you.
И если вы не устали, мы на сон грядущий вам сыграем еще одну такую нижнюю тихую песню. Как раз на сон грядущий. Называется она «Колыбельная». Специально, чтобы успокоить, так сказать, психику нервов, нервов психику. Хорошо сказать. Thank you.
спокойной ночи.